здравствуйте, дорогие друзья, здравствуйте, мои хорошие. Сегодня я хочу познакомить вас с самым необычным подвижником, который когда-либо жил в нашем Отечестве. В XVIII веке не было, наверное, человека, который не слышал бы о прозорливом старце Досифее Киевском. Но никто, буквально никто, даже не догадывался, что носил этот монах-затворник в себе большую тайну. И вот какую. Под именем монаха Досифея подвязалась девица. Как же она оказалась в тесном затворе? И как вынесла труды отшельнической жизни, на которые порой не хватает и мужских сил? Родом эта удивительная подвижница была из рязанских богатых дворян Тяпкиных. При крещении ей дали имя Дарья. Через 2 года родители отправились на Богомолье в Троице-Сергиеву лавру и взяли девочку с собой. Проездом через Москву навестили они в Вознесенском монастыре монахиню Порфирию, которая приходила с девочки родной бабушкой. И тут произошло неожиданное. Увидев свою внучку, бабушка-монахиня твердо сказала: «Не отпущу я ее обратно домой. Пусть поживет здесь, в обители. Худого от этого не будет, напротив, душа малютки навсегда останется доброй и чистой». 7 лет Дарья жила в одной келье со своей бабушкой. За это время всем сердцем привязалась она к иноческой жизни, полюбила ее и тем была счастлива. Но когда девочке исполнилось 9 лет, родители забрали ее домой. Там ждал ее просторный барский дом, роскошь и довольство. Однако не видела теперь Дарья тех добрых и приветливых лиц, которые на каждом шагу встречала в монастыре. Домашние постоянно подтрунивали над ее простотой. Вокруг нее была постоянная суета, то и дело раздавались шум, гам, крики, громкий смех. Все это пугало чистую душу девочки. Не раз думала она вернуться к любимой бабушке. Но разве родители позволят? Так пролетал год за годом. И вот ей уже 15. Отец начал присматривать жениха. Но сама Дарья и думать не хотела ни о каком замужестве. Душа ее стремилась в монастырь, а потому каждый новый день все больше страшил девушку. Ведь не сегодня-завтра ее просватают. Надо было что-то делать. И тогда она решилась на отчаянный шаг. Пошла как-то раз со своими сестрами на прогулку в соседнюю густую рощу. Но домой оттуда уже не вернулась. В женский монастырь она пойти не могла, знала, что ее сразу найдут и вернут домой. Вот и отправилась она в Троице-Сергиеву лавру. По дороге купила на базаре мужскую крестьянскую одежду, остригла свои волосы. И перед игуменом она уже предстала загорелым отроком. «Я пришел стать иноком, зовут меня Досифей», – выпалила Дарья на одном дыхании. Игумен позволил мнимому юноше нести послушание в Троицком соборе. Только недолго это длилось. Вскоре на Богомолье в лавру приехали мать и сестра Дарьи. Во время службы они обратили внимание на молодого послушника, который так напоминал их беглянку. Не раздумывая и мгновение, Дарья схватила котомку и спешно покинула обитель. Отправилась она в Златоглавый Киев, в Печерскую лавру. Но без паспорта ее там не приняли. Тогда на горе близ Китаевой пустыни вырыла она небольшую пещерку. Питалась только водою, мхом да кореньями, которые собирала тут же на склоне горы. А зимой в холодной пещере согревала ее только пламенная молитва. Господь хранил свою затворницу.
подавал ей силы к несению подвига. Хоть и сторонилась Дарья людей, но им каким-то образом стало известно, что затворник Досифей наделен необыкновенными духовными дарами, и стали приходить к нему за советом и помощью. Сама императрица Елизавета Петровна, будучи в Киеве, пожелала увидеть прозорливца и поднялась к нему на гору. Затворник вышел из своей пещеры келии и поклонился царице в пояс. «Отчего избрал ты такую суровую жизнь?» – спросила Елизавета Петровна. «Жизнь моя полна скорбей», – кротко ответил Досифей. «Но ведь это и есть тесный путь, который вводит нас в Царство Христово». Государыня умилилась его словами, долго еще с ним говорила и уехала из Киева под большим впечатлением. Почти 40 лет подвязался старец Досифей в тесном затворе, в своей пещере, никого не принимая у себя и разговаривая только через оконце кельи. Однажды подошел к этому оконцу за благословением и советом юный Прохор Мошнин, будущий преподобный Серафим Саровский. И старец сказал ему: «Гряди, чадо Божие, в Саровскую обитель и прибудь там. Место сие будет тебе во спасение». Когда затворница отошла ко Господу, то, казалось, навеки унесла с собой в могилу свою тайну. Но Господь не допустил, чтобы такая дивная подвижница была предана забвению. Как-то уже после кончины Дарьи приехала в Киев ее старшая сестра. Она опознала в портрете затворника все ту же благочестивую беглянку, которую когда-то нигде не могли найти. Так люди узнали о великом духовном подвиге хрупкой девицы. Да, поистине, сила Божия в немощи совершается. И, конечно, в твердой вере, которую и носила в себе Дарья. Будем же об этом помнить, друзья мои. И храни вас Господь, мои хорошие.